Всем привет, с вами Прия. Относительно скоро мы получим новое знание. 38. В последний раз мы поставим на изучение именно две записи артефакта. И больше мы уже не сможем ничего с ними делать. 40-е знание максимальное, это предельно ясно. Как все прекрасно знают, хотя бы кто периодически заходит на мой канал на Твиче, где я веду ежедневные трансляции наших поигрываний и каких-либо прочих игровых моментов. Эти люди знают, что периодически я собираю рейды со зрителями с целью прохождения абсолютно всех рейдов в формате LFR, поиск рейда, в режиме нормал и ХМ. С какой целью это делается, спросите вы? Проходя все рейды в режиме поиска рейда, вы получаете большое количество силы артефакта за относительно малое время, если идете весьма с одетыми людьми. Проходя рейды в нормале, аналогично. Проходя рейды в ХМе, вы еще и можете одеться, если идете, допустим, в Цитадель Ночи в версии героической. Ну, к примеру. Всякое же может быть, там, какая-нибудь 925-я шмоточка прокнута или что-либо прочее. А суть в том, что, ясное дело, я беру своих братишек, тех людей, с которыми я фармлю, тех людей, с которыми я нахожусь в гильдии, им я, разумеется, отвожу первостепенные места. Но постоянно остается 5-10 мест под ЛФРы, нормалы и ХМы. Особенно много мест остается уже под самый конец, когда многие люди просто иссякают от этого фарма и начинают уставать, и просто ливают из рейда, говоря то, что мы не можем, говорят, столько сидеть. Под Цитадель Ночи версии героической всегда есть места. Разумеется, для одетых людей. Не одетых людей нам и своих хватает. Кто-то идет из гильдии Твинком, кто-то идет из гильдии Мейном. То есть относительный баланс между людьми неодетыми и одетыми, он есть. И боссы должны убиваться, в принципе, неплохо. И убиваются вполне неплохо. Эту тему мы делаем еще со старта 7.2. И я вполне доволен этим, то, что как оно идет и какие эмоции люди получают от рейдов. Завтра вскрою в недельный сундук при получении знаний. И будем надеяться на хороший лут. И потратим, разумеется, припасы армии погибели легиона на этот самый. На постройку здания. Получим припасы, получим АПшку, проюзаем. И опять же, качнем свой артефакт. А артефакт уже, между прочим, будет 58 уровня. И он будет давать 5800 универсальности. Это будет классно. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок побольше. И побольше вам шанса попасть в наши рейды. До скорого. Ходим мы в них в 12 по Москве утра. В тот момент, когда получаем знания. Помните об этом.